have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Аладушки! Привет! Здорово! Всем здорово! Сегодня у нас Wild West. Новогодний, праздничный, все как мы любим. О, перекати поле приехало. Итак, куда мы сегодня? Что мы сегодня? Давайте, ребятушки. Я, как обычно, пассажиром, потому что из вот этой троицы я, наверное, самое нубло здесь. Садитесь. Прям в сани? Да. Ну, поехали. Я, пожалуй, на своей лошади поеду. Не доверяешь, да? Да давай, давай, говорили они, будет весело, говорили они. А куда едем-то? Да не знаю, я же говорю, вы меня сегодня катаете. Я посижу, посмотрю, постреляю, если вдруг надо будет. А так, ого, тут что, контест на самого сильного мужика? Или что? Меня переехали санями. Так, стой. Мы это, тебя подождать? Да не, я догоню. Ладно. Меня... Что, прям салюты? Да. Да, прям салюты. Круто. ДТП. Хорошо. Блин, северное сияние днем. А когда ночь будет? Сколько тут времени длится день? Нормально. Так. Я бы ночь посмотрел. Ну ладно. Случайно не ваш подписчик гоняет за нами? Я не знаю. На данный момент я уже не могу точно сказать, что происходит. У меня лошадь сломалась. Это все потому, что ты так паркуешься. О, все, починил все. Волшебный перезапуск лошади, все чинит. Это знаешь, как в те времена, когда у меня голова болит, все это из-за ваших компьютерных игр. Так вот, это все из-за того, что так паркуешься. Все нормально, так и должно быть. Ясно. У меня такое ощущение, что эти санки привязаны не тросом, а подтяжкой от. Ты куда улетел? Зачем? Я сейчас с санями придав... Ой, тут снеговиков можно стреляли? Да, они плохие. Как снеговики могут быть плохие? Вы куда уже улепетываете? У них морковку украли. Ага, я вижу. Из них падает уголь. Ну, так потому что они плохие. Ого, фига себе тебе приложили. Из снеговиков уголь падает. Ну, в принципе, сойдет, мне нравится. Вот знаешь, вот то, что я паркую, знаешь, только мой способ парковки лошади не так страшно, как я на ней сражаюсь. А чё спингом-то? Ой, блин, тебе... Мы убили немножко. Молодец, ты меня оставил с разъяренным медведем. Ну, сейчас приду, не беспокойся. Сейчас я буду... Сколько у него жизней? Много. Ясно, явно больше, чем у меня. Так, не вставай. Подожди меня. Я Выглядит как какая-то сцена из Макс Пейна, когда ты лежишь и на тебя падает снег. И ты такой начинаешь размышлять о жизни. Йо, он мощный. Да, медведь, я серьезно говорю, он какой-то это, я не знаю, сколько у него жизни. Я сейчас немножечко восстановлюсь. А нет, я на Крампуса напоролся. Ёлки. А где это, потом покажешь? Конечно. Я умею. Да я сейчас чисто случайно на него напал. Я вижу, все. О, как раз ночь наступила. Ой, вот северное сияние. Я живой? Ай! Ой, тебя убили, токсики. Я буду мстить. Сохни. Я буду стрелять. Так, я обратно в Бронз-Сити иду. Меня опять выбило, офигеть. О, как раз подходи, загрузишься в Бронз-Сити, я тебя жду, давай. Сейчас меня добьют, я тоже появлюсь там. Давайте, место встречи изменить нельзя. Хотя нет, я, по-моему, убежал успешно. Нам к тебе или ты к нам? Или кто куда? Или вообще, я тут со снеговичком тусю. Удачи. Без разницы, я могу и к вам, и вы ко мне. Я... Что? А, убить его? Зачем? Да, убей. Зачем? Убей. Зачем? Сделай это. Just do it. Нажми на четверку и убей его на шесть. Я не хочу человека убивать. О, у чувака пушка, которая стреляет салютами. Ага. Я хочу такую. Ай. Убей его просто. Я не хочу. Он плохой. Ну хорошо, на здоровье. Я думала, раньше это делает. Так нет, но я не хочу выходить. Ты долго соображаешь.
Если ты продолжишь Фиг тянуть, кассе. Добегу до бронзового города я, и уже я его уничтожу. Это я его уничтожу, у меня пушки сильнее, чем у тебя. У меня есть этот самый, винтовка, которая пробивает стены. Кстати, насчет винтовки, где бы мне ее получить? Тебе деньги нужны для этого. Сколько? 10 тысяч сойдет. Че там, кто там хочет умереть? Так, где все? О. Кто-то шапками кидается. Это мясо было. Это мясо было? Да. О, уголь. А выглядел как шапка. Ладно. Я его продам. У меня-то всего-то 300 бачей после недавней покупки. Что ты там уже купил? Особняк в New Hills? Нет, у меня есть вот такая штука. А, это винтовка, которая пробивает стены, да? Да, она пробивает стены. Круто. Покажи-ка. То есть я не играю в КС-ку, потому что меня там мочат через стены, и прихожу сюда, и тут есть винтовка, которая бьет через стены. Класс. Ну, не урон в тело 75. Ого. Я ничего не хочу сказать, но вы тут меряетесь длиной винтовок, так что ладно, пойдем. Не важно. У меня пистолет есть за 145 тысяч. Ого. Почки еще две? Да, и я тут, короче, это с 42 долларами. Уи-ха! Я так понял, ты его на аукционе купил, да? Да. Пистолет. Гайкот. Да. По-моему, твоя лошадь немножко не вписывается в санки. Нормально. Санки садись. Да нормально, давай на лошадях. Санки, по-моему, это... Это, конечно, прикольно, но я же говорю, они не на веревке, они на подтяжках от штанов, поэтому их мотыляет, как не знаю что. Тебя же с них не сбрасывает, так что все хорошо. Ай, меня санки твои сбили. Кто там только что на санки не ругался? Короче, садись в санки, все, не будет сбивать. А кто с нами ездит? Это чел. Я с ним сяду. Давай, поехали, все, ходу, ходу. Знаешь, как он получил эту лошадь? Как? Случайно. Прикинь, случайно. Да она не очень сильная. Нет, я понимаю, что она не очень сильная. Просто прикинь, получить вот эту... Ну, как бы я не особо верю, что это произошло случайно. Но это так, на секундочку. Короче, какой-то ивент надо проходить. Да, это нужно прям целенаправленно пройти квест. Он такой, я случайно ее получил. В общем-то, я когда уже все сделал, там надо было что-то сделать с лошадью. И я такой что-то. Не понимал, что за парня с лошадью. Хотел уйти в безопасное место. Короче, садись. Кстати, лошадь... Ой! Йоу-йоу-йоу! Встань! Плохое место. А зачем мы сюда опять вернулись? Когда вы умрете, заходите в Калахмару. Да, усадьба. На усадьбу лучше. Там хотя бы розыск сразу не получаешь. Я как человек, который любит поохотиться за теми, на кого объявлен розыск... Короче, вид. Вам говорю, что лучше... Меня убил медведь. Медведь, да? Да зачем ты опять сюда в путь? Да, убьем медведя, ничего... Ничего хорошего, да? Понимаешь, я выбегаю наверх, вижу медведя, он меня пинает, я просто разбиваюсь. Блин. Я знаю секретное место, пойдем. Давай, веди. Поехали. Вы только говорите, куда едете, я вас там догоню уже потом. Я иду по снегу, тебе годится такая инфа? О, ты знаешь, насколько ничтожно снизился круг ру... А медведя вниз спустили? Я тебе больше скажу, когда говоришь, я иду по снегу, у тебя на карте появляется точное место GPS с координатами. Определенно. Ай-яй-яй-яй, он меня заметил. Блин, дай, отвали от меня. Нет, я его заметил. Убил? Он улюбнул. А, он улюбнул, ну и к черту. Лох. Медведь, осторожно. Не подходи. Он упал. Так лезет. Что, медведь? Да. Блин, враги. Ай. Вообще не подходи, я его убью быстро. У меня здоровье когда-нибудь выше 30 подымется? Не сказал бы, что это хорошая идея, чтобы так перестрел сейчас. Давай, появляйся в усадьбе. Все. А, да, он меня заводил. Я по нему разочек попал, ладно. Спаун куда сейчас? На усадьбу. И отсюда просто не уезжаем. Калахманор. Хорошо, я здесь. Уезжаем отсюда и все.
Нам здесь не рады. Сейчас самки надо поставить. Где? Скажем так, там... Да что? По нам стреляют. Хе, тварь! О, тут человек-крыса. Офигеть. Кто-нибудь знает, как тут переключать справа или слева вид? От плеча, что ли, справа или слева? Да. Да. Нет, ты знаешь? Забыл. Мне немножко не нужно его плеча. Гаси его! Кого стрелять? Стреляю во всех, без разницы. Да нет, стрелять во всех, и ты быстренько станешь беззаконником. А зачем мы наверх идем? Или мы не идем? А, мы не идем, хорошо. А, чувак VIP, фига себе. Садитесь. Поехали, да. Так, надо отсюда уезжать. Давай, давай, вперед. Да, давайте. А пока мы уезжаем, я, пожалуй, разберусь, как сменить плечо. Да, давай. Хорошо, вот так. Я привык от правого плеча стрелять. Вот тут вот всякие злые снеговики были. Расставили. Тебя вот опять? Нет, не опять. Показал, что тебя опять выбило. Он так резко остановился? Да. Ну, не, просто котяра с картошки играет, поэтому бывает такое. Mm-hmm. Frozen Days. А, победите Крампуса. Воу! Что? Ярик водила, блин. А что за Крампус, где он был вообще? Что, куда? А, Крампус там, на самом верху. Вон там? Там на самом верху очень много звуков. Тут охотники за снеговиками. Не стреляй в них. А, Friendly Fire, пардон. Это не снеговики, это охотники за снеговиками. А почему у них такие морды? Потому что они собрали голову себе. Я видел чела, у которого была лошадь и голова Виндиго, и я без конца путал его голову и голову его лошади. Так в этом и прикол, что прошлое видео по Wild West, я не знаю, смотрел ты, не смотрел, у кота лошадь вот это и голова Виндиго. Такие два сета рогов скачут. Просто когда он именно... На меня нападал, я вижу, как он бежит. Вижу, из-за угла голова торчит его. Стреляю, а это его лошадь. Для него это не критично, он пеший воин, но я обычно гоняю на коне. То есть я сражаюсь на коне. Погоди, а тут лошадь прям можно убить? Да. Да. Прям навсегда? Да. Нет, именно навсегда нельзя. Ты в нее в лошадь попадает, она падает. Но через время она встает. Все-таки спавнится, хорошо. Короче, я сейчас покажу вам все новое. А, Капергалч. Пойдем. Я, по-моему, здесь даже не был. Интересно. Прилетело тебе. Тут уже чьи-то санки стоят. Что не это? А, не, а это часть карты. Видишь, как они на рельсы поставлены. Главное, чтобы. Главное, чтобы у тебя не было друга по имени Салливан, да? А тут эльф. Это... У них полоски жизни красные. Это немножко подозрительно, хотя они не атакуют. Да все хорошо. Так, атаковать... Я кинематографически включу, если они не атакуют. Я такой эльфов. Мороженый топор. Тут, короче, Санта. Куда? Зачем? Куда? А, ого! Что там? Санта, тут добрые монеты... Которые ты получаешь за убийство плохих чуваков, получаешь всякие крутые вещи. 15 токенов, 10 токенов, ясно, понятно. Но я никого не убил. Тут паровоз стоит. Звучит как начало охоты. Вообще-то, наверное, да. Смотри, в чем фишка. Тут стрельба, я ее никак не могу до конца понять. То есть, каждый раз, когда мне кажется... Я не пойму, как пули летят. Каждый раз, когда мне кажется, что вот, чувак у меня в перекрестии, я сейчас в него попаду, я стреляю и просто в никуда... Кстати, еще можно убивать эльфов. Я не хочу. Но если падает такая крутая одежда, она растягивается, и ты ее можешь убивать. Приходишь такой к эльфу и говоришь, мне нужна твоя одежда, очки и мотоцикл, да? Че, вниз? Да, вниз. Ну хорошо. Ну, что? Там безопасно. В общем-то, на присядку. Весело и безопа... Прыгай, нормально. Вниз? Да, вниз. Хорошо же все. Так, в Снимай минус с ноги. Вы должны забрать свои подарки. Куда? Сейчас, зачем? А, давай.
Сани в студию. Сани в студию. Ну, поехали. Что? Ну, будешь так. Чем близко сойдет. Слушай, есть идея. Чем ближе прицепишь, тем жестче будет крепление, да. Что не так с этой телегой? Едь, по рельсам едь, ровнее будет. А, рельсы не физичные, так неинтересно. Я думал, нас сейчас будет по ним кидать. Кстати, да, было бы неплохо. А, вообще, мне нравится, что тут есть и поезд, и корабль. Опять же, это было в прошлой серии. Мы тут делали небольшие такие путешествия, плавали на корабле. Корабль мне, кстати, очень понравился такой. Тут можно кидаться с лифтами. Мы с друганами тоже раньше корабль оккупировали часто. Ну там весело, особенно если ты с компанией, согласен. Мы там, по-моему, в 4 человека гоняли. А еще веселее было бы, если бы кто-то из нас умел играть на пианино. Я умею. Да, кстати, прям, у нас... Прям умеешь? Прям умеет, он прям, да. Зависает во всяких этих режимчиках, где нужно играть, и он много мелодий знает, так что да. Это у меня руки-крюки, а вот человек талантливый. Я заходил, тот чел играл этот... Ты нас Imagine застрял. Dragon Believer. Да, мы застряли немножко. Поезд! Нет! Уйди! Уйди! Блин, близко. Так что за... Там на поезде чуть инсульт не словил. Да-да-да. Так во что вы играли, говоришь? Нет, человек сидел вот за пианино вот в этом баре и играл Imagine Dragons. Ой, Imagine Dragons, кстати, да, прикольно. У меня, по-моему, даже где-то запись есть. Оп. А может я вперед? О, спасибо. Иди к такому большому. Ой, там на нем мое имя написано. Вот, бери. И вот, ты получил вещь снежки. Это оружие такое. Это здесь? Да, здесь. Гони снежки. Оно бесконечное? Да. Ей можно стрелять только на снегу, чтобы перезарядить снежки на Р. Ага, только... Он по одному снежку лепит за раз. Вызывайте меня на эти. Интересно, куда он сует 5 снежков. Сейчас я не могу... Это как в GTA-шке, можно кидать человека снежками на смех. В GTA-шке можно было хранить базуку в кармане, это было тоже прикольно. Friendly fire... Ай! Они по 10... Сейчас, надо перезарядить. В этажке можно было утащить пол боезапаса Сербии в кармане. Насчет Сербии это да. Я наклоняюсь каждый раз, когда ты стреляешь. Ай, больно. Вот тебе санками. Да хорош! Нет, серьезно, я не понимаю, как тут стрельба работает. Кружочек. Там, где кружочек, туда и стреляешь. Да? К счастью, тут человек этот самый решил, что он сможет стать недружелюбным и закидать меня снежками, но я вытащил дробовик. Куда я? Что я? Зачем я это нажал? Я тебя победил. Да я вижу. Я не допиваю. Смертельный снежок. Что? Извиняй. Ты сделал? Тебе не в жизнь. Так, куда спавнимся? В Бронз-Сити. В Бронз? Да, в Бронз. Или в Калахан? В Бронз-Сити. Меня попали. Маслину поймал. Ха-ха. Меня расстреляли. Из лука, кстати. Кстати, а вот эта площадь довольно прикольная с конфетами и снеговиком. Что там написано? А, for sale, coming sooner. На продажу скоро будет, ого! Вот, кстати, токены не выпадают, это прикольно. Так. Где ты? Вот, я тут, go. А где Сигма? Вот. Так. Все сейчас в сборе, банда в сборе. На флейте сыграй сейчас. Ты собрался нас мучить? Я расскажу, где деньги. Нет, перестань. Ладно. Блин. Это, кстати, чтобы играть на флейте, нужно скилл, как играть на пианино. Там клавиши, если что. Блин,
Сколько народу пришло? Я могу что-то другое сыграть. А что, можно и так? Да, можно похлопать. Как? Ты хочешь, чтобы я что-то другое сыграл? Игрика выбираешь эмоцию. А-а-а. Б. Ну, как бы да. И... А, угу. Все, понял, хорошо. Ну. Особенно это классно выглядит с дробовиком. Так, а как перестать хлопать? То же самое. Я думал, что это эмоция на определенное время. Ты ходишь по городу как дурачок и хлопаешь такой. Хорош, зачем? Помнишь, что ты мне этого сделал, да? Вот, блин, мстительная душонка, ладно. Подожди, у меня... Я сейчас же тоже появлюсь. Ой, блин. Так, все, пора уходить с улицы, тут сейчас будет перестрелка. Я ненавижу дробовики. Будь бежон на меня. Знаешь, это выглядит так смешно, ты просто улетаешь на меня с лосой, я выстреливаю с дробовика, и ты назад улетаешь. А, ладно, ребят, давайте к ёлке, наверное, если вы живые. Всегда. Подходи. Несколько секунд назад. Дедушка Мороз! Повернись, нет, давай, к лесу задом, ко мне передам. Сейчас я немножко от подарка отойду, чтобы у меня это... Фишка с лицом это вообще что-то, потому что он поворачивается всегда не в ту сторону. Ладно, ребятушки, я думаю, на этом будем заканчивать. Получился такой новогодний выпуск Wild West. Вполне, по-моему, очень даже прикольно. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, всем ладушек. И всем покеда.